Давай на 4. Хорошее утро, Паша Мисенко и Дмитрий Горшенёв. Начинаем блог в масках. Никуда без масок в наше время. Ну и никуда без музыки в нашей программе. Группа «Работающие имени» и «Читай святого» Гарри Пат у нас в гостях. Поехали. Закричали, начали аплодировать. Калифорния потрясающе. Фламенко. Вот, так и отель Калифорния тоже с какими-то латиноамериканскими такими нотками. Это... Чтобы она грустная, чтобы не была. А то мы привыкли медляки танцевать под солнцем Калифорния. Вы обычно выступаете в жанре поп-музыки. Почему решили вот удариться в рок? У вас такой проект, насколько мы знаем. Да, проект новый. Вот не без инициативы Гарри Паттера, гитариста, виртуоза. Дело все в том, что в поп-музыке, скажем так, мы уже довольно много работаем и решили попробовать что-то новое. Вот тут уже вот это вот. Ну, не то чтобы вот тут, но отчасти просто хочется каких-то новых красок, тем более в новом году. Мы все с позитивом смотрим, как говорится, в будущее. Ну, так же, у вас нет задачи сыграть песню один в один с оригиналом. Вы ищите свой почерк, какой он? Да, как бы вы сами охарактеризовали. Хотелось бы просто добавлять свои какие-то изменения, но глобально не меняли.
Ну вот примерно как мы сейчас наблюдали. Латиноамериканская. У вас были концерты во многих городах, даже во многих регионах нашей страны. Москва, Нижневартовск, Ростов, Новый Уренгой. Вот северный, сибирский, уральский зритель отличается от южного? Вот вы как считаете? Отличаются. То есть они сидят там отмороженные такие? Или нет? Сказано, может быть, несколько резко, но в целом вы правы. Сложнее расшевелить. Сложнее расшевелить, но зато какая потом отдача, это очень сильно... Ребята, огромное вам спасибо за классную музыкальную программу. Мы продолжаем. Совсем скоро наступят выходные, будет возможность сходить в кинотеатр. А на что обратить ваше внимание, прямо сейчас расскажет наша коллега Лена Лепер. Что ж там в мире кино происходит?